правда. Салам. Жить ты что, упало, то упало. Остальное все зелень стоит. Все уже, вот это уже не будет падать. Вот. Я прахлары спирдым мэн. Темизлядым. Вот зеленый, все равно много зеленого, видите? Ничего. Слабый, как говорится, это. Все хорошо. Это все пусть падает, ничего страшного. Они вот такие вот слабенькие, вот такие. Вот их даже рукой вот так трогаешь, они падают. Вот они, видите, даже их не надо. Вот так вот, чуть-чуть, и все. Вот. Сегодня, наверное, дождь будет, дай бог. И все отпадет. Я вам роладжах, шаджах будет. Я вам не знаю. Педлер роладжах будет. Я говорю, а за доклер. А, доклер и оладжах сонра. Дождь пойдет, все будет нормально. Ну вот. Вот пекло немного, сегодня мало. Будем сейчас чох волма, да, азолды. А? Сейчас азолды. Хорошо. А вот там, где солнце, прямых лучей нету, вот тут она не горит. А видите, здесь ни одного желтого не увидите, видите? Здесь ни одного желтого. Все зелени стоит, видите? Эй, виноград здесь большой такой бывает, тоже много. Вот, успевай только скушать. Вот. Я каждый день вечером по одной тарелке большой срываю и с хлебом. Для желудка хорошо, с хлебом горячим, особенно лепешкой. Инжир скоро пойдет, инжир. Вот тут тоже чуть-чуть пожелтело, вот так вот. Детишки играются в детских площадках. Что-то вон они, играются. Это, видать, им амнистия немного. Вот. А сколько можно сидеть-то? Маленький катается вот на качеле. Это детские голоса, хорошо это. У нас говорят, когда детские голоса, там базар. А когда нет детских голосов, там мазар. То есть могила. Он мне вопрос задал подписчик. Он говорит, бывает, говорит, назойливые такие, так как это самое, таких людей отставать? Ну, у меня один друг был, короче, Осман его звали. Он начальником госэкспертизы по строительству был еще, когда на родине я жил. Осман его звали, умнейший мужик. Он однажды мне говорил, он говорит, если я, говорит, хочу, не хочу, говорит, кого-то видеть, да? Я у этого человека, говорит, долг прошу, деньги. Тут же, говорит, исчезает этот человек. Или же, говорит, если тебе не жалко, вот какой-то, говорит, долг отдай, кому-то деньги дай, долг. Этот человек, говорит, тоже исчезает. Два, говорит, выхода. Вот. Или же, говорит, попроси, говорит, оказать какую-нибудь услугу. Тоже, говорит, если, говорит, нечистый, говорит, этот товарищ, сразу, говорит, исчезнет. Так что я вот этим руководился пару раз его советом. Моментом исчезает. Вот. Если к вам кто-то это сам просит, и долг нафиг. И побольше сумму. Сразу исчезнет. Моментом. Вот. Или если у вас денег много, дайте ему долг, деньги. Тоже исчезнет с горизонта. Вот. Поэтому говорят же, руками даешь, ногам бегаешь. Однажды человек один хотел долг дать. Многие ему сказали, слушай, я не собираюсь, то, что, говорит, рука дает, говорит, я должен бегать. Отдавай, говорит, вот это самое. Рука говорит, это самое. Он, короче, потом пришел человек к нему за долгом. Он берет между пальчиком ног, ставит, носки снял, говорит, возьми, говорит, тот говорит, ты что, охренел, говорит, нога мне, он говорит. Ты знаешь, бегать же за ними, говорит, только ногами я буду. Вот пусть он дал, говорит, пусть он и бегает. Поэтому хотите от кого-то избавиться, попросите какой-нибудь помощи, услуги.
какой-нибудь, сразу исчезнет, момент амори. А если деньги попросит занять, то вообще исчезнет к черту. Вот, поэтому способов много, очень много способов, господи, сейчас. Потому что фальшивых-то много, и друзей, и знакомых, и настоящих, вот, например, говорю, вот у меня 100 друзей, ничего подобного. Если хорошо потрясет, то там, наверное, 2-3 найдется из 100, это хорошо. Поэтому попросите долг или оказать какую-то услугу. Мне лично, я у меня так пару раз делал, моментом это самое. Моментом отстали и никаких этих. Насысен, имсен. Я ваш. Туканлара гидёрсун мы. Вот приехали покупатели тех квартир, стоят, риэлторы привезли, стоят, торгуются, ну покупают квартиры, покупают, вот и дорого, ну покупают, вот они, семья, это агентство привезло их, две машины, вот такие дела, ребята, всех вам благ, пока-пока.